Как утверждают жители, несколько часов люди не могли попасть домой. В понедельник руководство управляющей компании «Гарантсервис» дало указание рабочим почистить снег и сбить метровые сосульки с крыши. От усердия коммунальщиков один из подъездов был полностью завален ледовыми глыбами. Расчистить вход своими силами жильцы не смогли. В течение рабочего дня в ряде квартир в качестве заложников находились женщины, дети и инвалиды. Выбраться на свободу через сугроб с человеческий рост, не подвергая свою жизнь опасности, у них не получилось. В итоге кто-то из школьников прорывался домой сквозь снежный бруствер. Более смелые, благодаря соседям, все же смогли преодолеть огромный ледяной навал и попали к родителям. Сегодня я звонил в управляющую компанию, чтобы скинули снег с крыши, так как течет потолок у меня в квартире. Вот. И в пятницу тоже звонил. В пятницу никто не приехал. Вот сегодня еще позвонили с утра. Вот они приехали, в 10 часов скинули, и до сих пор ничего не убирают. Вот дети пришли со школы, я им помогал в подъезд зайти. То есть не знаю, как с ними бороться и как. Они рычат. Первый раз вообще сегодня с утра трубку кинули. Не так я, видите, с ними разговариваю. В моей квартире уже было 2 обрушения потолка. Потоп. Вы, кстати, ко мне уже приезжали, делали репортажи об этом. Но даже с помощью вашей программы никакого это дело не возымело, ничего мне не сделали. Так все и течет до сих пор.